Данте и пользователи косметики Faberlic. Меня зовут Зубкова Светлана Александровна. Я врач-дерматокосметолог, кандидат медицинских наук, эксперт компании Faberlic по вопросам ухода за кожей. Сегодня я хочу представить вашему вниманию новое поколение кислородной косметики, инновацию лаборатории Faberlic, линию Axiology. В чем особенность Axiology и чем она отличается от предыдущих четырех поколений? Дело в том, что в основе этой линии лежит уникальная технология 4D-таргет, которая осуществляет целенаправленное воздействие на клетки кожи в четырех направлениях. Во-первых, она насыщает кожу кислородом благодаря запатентованному компанией Faberlic кислородному комплексу Aquaftem, который притягивает кислород в кожу из воздуха. Во-вторых, она насыщает кожу кислородом изнутри благодаря аргинину, который усиливает микроциркуляцию и доставку кислорода током крови. В-третьих, она защищает кожу от свободных радикалов благодаря антиоксидантному комплексу тумерин, созданному на основе экстракта куркумы. В-четвертых, это уникальные кислородные дроны, которые способны осуществлять адресную доставку полезных веществ клеткам-фибробластам и стимулировать их к выработке коллагена и эластина. Инновация косметики Faberlic – кислородные дроны – это новейшая, уникальнейшая система доставки активных веществ глубоко в кожу, которая до Faberlic не существовала на российском рынке. Что такое дроны? Дроны – это умный транспорт, способный доставить косметические ингредиенты строго по адресу. До последнего косметические ингредиенты не проникали глубоко в кожу. Они не доходили ниже базальной мембраны. С помощью косметических дронов мы можем направить активные вещества не только в эпидермис, но и в дерму. Активные вещества способны достигать определенных клеток дермы, фибробластов, и перепрограммировать их. Фибробласты становятся более активными и начинают вырабатывать коллаген и эластин. А коллаген и эластин, в свою очередь, отвечают за упругость и прочность кожи. Итак, мы предлагаем новое поколение кислородной косметики с особыми усиленными свойствами. Технология 4D-таргет позволяет максимально эффективно и безопасно использовать поступивший в клетку кислород и направить ее на необходимые процессы жизнедеятельности клетки. В результате применения кислородной косметики Axiology все процессы в клетках кожи приходят к своей физиологической норме. Состояние кожи улучшается день за днем, она в буквальном смысле дышит, наполняясь свежестью и сиянием. Что из себя представляет линия Axiology? Это ежедневный базовый уход по типам и потребностям кожи. Ассортимент в себя включает 5 основных линий. Линия «Кислородное дыхание» – это средства, предназначенные для ежедневного и глубокого очищения кожи. Линия «Легендарный кислород» – это средства, предназначенные для экспресс-увлажнения и интенсивного восстановления кожи после различных повреждений. Линия «Кислородное сияние» предназначена для любого типа кожи, особенно для кожи, уставшей от городского стресса и плохой экологии. Линия «Кислородное сияние» для сухой и нормальной кожи. Линия «Кислородный баланс» для комбинированной и склонной к жирности кожи. А теперь познакомимся с каждой линией отдельно. Первая линия – это «Кислородное дыхание». Это средство для очищения и тонизации кожи. В линии есть универсальные средства, которые подходят для любого типа кожи, а также отдельно для очищения сухой и нормальной кожи и отдельно для очищения жирной и комбинированной кожи. Кроме того, есть возможность выбора удобного очищения с водой или без нее. А теперь давайте внимательно рассмотрим несколько основных ключевых продуктов этой серии. Во-первых, это мицеллярный лосьон. Он подходит для очищения любого типа кожи, в том числе и чувствительной. Он бережно удаляет макияж и загрязнения с кожи лица и глаз, увлажняя и тонизируя ее. Первый наш продукт – это мицеллярный лосьон. Мицеллярный лосьон способен очистить вашу кожу в отсутствии воды. Он подходит для любого типа кожи, в том числе и чувствительной. Кроме того, он одновременно выполняет 3 функции. Он очищает кожу, тонизирует ее и увлажняет. Второй наш продукт – это мягкая очищающая пенка мусс.
В ее состав входят смягчающие и увлажняющие компоненты, поэтому она подходит для сухой и нормальной кожи. Кроме того, она очень экономична в использовании. Пенообразователь позволяет использовать минимальное количество средства для одного очищения. Третий наш продукт – это очищающий гамаш. Он предназначен для глубокого очищения жирной и комбинированной кожи. Он отшелушивает мертвые роговые клетки путем скатки, бережно и тщательно очищая кожу, не повреждая ее. При этом в его составе находятся активные компоненты, которые устраняют жирный блеск и матируют кожу. Следующая наша линия – это линия «Кислородное сияние». Она предназначена для любого типа кожи, но больше подходит для уставшей и тусклой кожи. В ее состав входит активный комплекс 4D-таргет, а также повышенное количество липосом с тумерином. Тумерин является антиоксидантом, но кроме антиоксидантного действия он имеет еще большое количество других положительных качеств. В том числе он защищает наши клетки от пагубного действия ультрафиолета, он препятствует преждевременному фотостарению, он снижает и снимает воспалительные процессы в коже, а также он препятствует образованию пигментных пятен. Первый продукт данной линии – это легкий дневной крем с SPF 15. Он обладает следующими замечательными качествами. Во-первых, он усиливает микроциркуляцию, заряжает клетки кислородом, возвращает коже здоровый цвет. Во-вторых, он содержит ультрафиолетовые фильтры, которые препятствуют повреждающему действию ультрафиолета на клетки и предотвращают появление пигментных пятен. В-третьих, специальные светорассеивающие частицы уменьшают неровности кожи и визуально уменьшают морщинки. По результатам клинических исследований 90% женщин отметили выравнивание тона кожи, а 65% женщин отметили визуальное уменьшение морщин. Следующий продукт этой серии – маска «Детокс». Она содержит особый активный компонент Cell Detox, который увеличивает количество и активирует особые клеточные органеллы, которые отвечают за выведение токсинов и шлаков из клеток. В результате активируется процесс детоксикации клеток кожи, нейтрализуются негативные последствия воздействия окружающей среды. Кроме того, восстанавливается защитный липидный слой кожи и ее водный баланс, восстанавливается идеальный цвет лица. Следующий звездный продукт этой серии – многофункциональный BB-крем с SPF 15. Он хорош тем, что идеально подходит по тону вашей кожи, не забивает поры и отлично маскирует несовершенства. Кроме того, он увлажняет кожу. А специальные ультрафиолетовые фильтры способствуют тому, что защищают нас от ультрафиолета и предотвращают появление пигментных пятен. Следующая линия Axiology – это кислородный баланс. Она предназначена для ухода за комбинированной и жирной кожей. Все ее средства содержат активный комплекс 4D-таргет, а также активные компоненты, необходимые для ухода за жирной кожей. Прежде всего, это экстракт кипрея, который снимает воспаление, сужает поры, а также матирует кожу. Экстракт морских водорослей поглощает избыток кожного сала на поверхности кожи, поэтому обладает немедленным матирующим эффектом. Но он не пересушивает кожу, а восстанавливает ее водно-жировой баланс. Один из основных продуктов этой серии – это очищающая маска для лица. Она адсорбирует избыток кожного сала на поверхности кожи, тем самым матирует ее. Для лучшей эффективности применяйте маску 2 раза в неделю. По результатам клинических исследований, проведенных независимой лабораторией, было показано, что через 4 недели применения на 36% уменьшается количество открытых комедонов, а также на 14% уменьшается количество сала на поверхности кожи. Матирующий крем для лица был специально создан для комбинированной и жирной кожи. Он идеально подстраивается под тон вашей кожи, плотно ложится и отлично маскирует несовершенства проблемной кожи, покраснение, расширенные поры, воспаление. Кроме того, он может матировать кожу, адсорбируя избыток кожного сала, и снимать воспаление. Линия «Кислородное питание» предназначена для сухой и нормальной кожи. Все средства линии содержат комплекс 4D-таргет, а также активный компонент, необходимый для восстановления сухой кожи. Это масло горчицы абиссинской. Оно снимает сухость и шелушение, восстанавливает липидный слой кожи,
благодаря чему восстанавливается текстура кожи и разглаживаются мелкие морщинки. В состав этой линии входит дневной питательный крем для лица. Он содержит масла, которые насыщают липидный слой кожи. Это обеспечивает более надежную защиту кожи, а также предотвращает ею потерю влаги. Было доказано, что через 14 дней применения полностью исчезают шелушение и сухость, а также на 28% увеличивается увлажненность кожи. Питательный крем для лица. Он восстанавливает сухую кожу в течение ночи. Он возвращает ей упругость и эластичность, снижая последствия дневного стресса. Линия «Легендарный кислород» предназначена для быстрого увлажнения и восстановления кожи. Ее продукты удачно дополняют средства основного ухода. Ее первый звездный продукт – это легендарный кислородный бальзам с новой формулой 4D Target. Он улучшает оксигенацию кожи, ускоряя естественные процессы ее заживления. Поэтому бальзам рекомендуется как соцсредство при повреждениях кожи, укусах насекомых, восстановлении после солнечных ожогов, заживление после депиляции, мезотерапии и пилингов. Клинически было подтверждено, что через 30 минут после нанесения бальзама исчезает раздражение кожи, а через месяц использования восстанавливается барьерная функция. Восстанавливающий активный спрей для лица. Это средство для мгновенного увлажнения кожи. Он охлаждает, тонизирует кожу, устраняет следы усталости. Его можно использовать в любой ситуации, нанося средство непосредственно поверх макияжа. Кислородная косметика Axiology – это свежий глоток воздуха для вашей кожи. Спешите ощутить ее действие на себе. А сейчас я отвечу на вопросы, которые вы задавали в течение эфира. Нам поступил первый вопрос. Для какого возраста подходит косметика Axiology? Я считаю, что компания Faberlic должна предлагать эту косметику для любого возраста и любого типа кожи. Почему для любого возраста? Ведь кислородное голодание в любом возрасте, а это в дальнейшем приводит к старению кожи. Поэтому, применяя эту косметику в молодом возрасте, вы профилактируете изменения, а применяя эту косметику в более старшем возрасте, вы способствуете регрессу возрастных изменений кожи. Следующий вопрос, пожалуйста. Следующий вопрос был таким. Что такое детокс кожи? В процессе жизнедеятельности нашей кожи в ней постоянно образуются различные продукты обмена веществ. Они скапливаются в клетках и препятствуют нормальному обмену веществ. В каждой клетке существуют специальные органоиды, которые выводят эти вещества из клетки. Они называются лизосомами. Так вот, в линии кислородное сияние есть специальный комплекс, который называется Cell Detox. Он активирует эти органоиды, он активирует лизосомы. Ферменты лизосом становятся более активными и разлагают все продукты обмена, которые могут накапливаться в клетке. И таким образом они выводятся из клетки, а в последующем из организма. Поэтому линия кислородное сияние способствует детоксикации клеток. На этом вопросы закончились. В дальнейшем я передаю слово директору по продажам на территории России Елене Кайде. Ну что ж, добрый день, дорогие консультанты. Я рада приветствовать вас сегодня здесь, в нашей студии Faberlic TV. И, конечно же, только что вы узнали очень интересную информацию о нашей новых достижениях, о наших новых технологиях. И я уверена, что эта информация позволит вам правильно подготовиться к визиту ваших клиентов. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что правильный подобранный уход, он всегда провоцирует повторную покупку. Итак, с чем хочу с вами сегодня поделиться. Во-первых, только что вы прослушали все, что связано с запуском Axiology. Но буквально в ближайшее время уже стартует запуск нового журнала Style. И я хочу вам сказать, что там вы как раз-таки увидите
подробную статью об этой инновации. Вы узнаете, как комбинировать эти средства с другой нашей косметикой. Поэтому я вам просто очень рекомендую обязательно приобрести этот журнал. Ну и цель сегодняшней моей презентации – рассказать вам, а как у нас предстоит с запуском нашей именно новой линейки. Итак, первое. Обратите внимание, вы уже видели каталог 14-го периода и наверняка обратили внимание на цены. Посмотрите, наборы, которые включают в себя базовый уход, они остались по старым ценам. Говорите об этом своим клиентам и говорите о том, что вы приобретаете инновационный продукт по старой цене. Это для клиентов. Следующее, мы с вами тоже видели уже в каталоге, что для привилегированных покупателей будет работать акция «Твой бонус», и там они уже смогут получать в подарок и серию Axiology. Более 2000 наборов будут участвовать в этой программе. Ну а теперь о самом главном, почему я сегодня буду вам рассказывать следующую акцию, потому что мы впервые запускаем акцию для наших VIP-консультантов. Итак, внимание, акция называется «Расскажи об энергии кислорода». Действовать она будет 3 периода, начиная с 14 по 16 периоды. Конечно же, вам сейчас интересно узнать, кто же является участниками нашей акции. Итак, внимание на экран. Участники нашей акции – те консультанты, которые в 13-м периоде, то есть в текущем периоде, размещают заказ на 100 баллов. Но обращаю ваше внимание, что владельцы пунктов выдачи не являются участниками. Пожалуйста, не расстраивайтесь, потому что в конце я вам расскажу о том, какая акция ждет вас и какой анонс будет на вас. Теперь давайте поймем, как мы этих участников будем определять. Итак, внимание. На территории в России, в каждом регионе по рейтингу определим 20 лучших консультантов. Как эти консультанты будут закрепляться за той или иной территорией. Мы посмотрим по итогам 13-го периода, где чаще вы размещали заказ, за той территорией мы и закрепим вас. Ну а теперь об условиях самого рейтинга. Тут все очень просто. Первый критерий, обратите внимание, это объем заказанных вами продукции. Второй критерий – это объем продаж именно в рублях. Итак, вот у нас есть два критерия. А дальше уже сам рейтинг определит, кто же лучший по этим критериям. При этом, конечно же, мы будем регулярно вам об этом говорить. И по итогам каждой недели, начиная с 14-го периода, это будет по вторникам, вы будете получать эти все результаты и видеть, на каком месте вы находитесь. Все эти публикации будут в разделе «Акции программы». Ну а теперь о самом приятном, я думаю, вы сейчас все думаете, а что же мы получим взамен, какие же нас ожидают призы? Итак, победители получат сертификат номиналом 10 тысяч рублей на приобретение продукции Faberlic. Сертификат можно активировать, начиная с 17-го периода, со второй недели. Сегодня я уже увидела, что подключились не только консультанты из России, потому что мы видим, что есть консультанты из стран. И я сразу хочу опередить ваш вопрос, потому что я знаю, что вы спросите, а будет ли действовать эта акция в странах? Конечно же, будет. И, конечно, эти условия будут адаптированы под каждую валюту, под каждую страну. Поэтому все подробности в новостях на сайте. Это что касается акции. Ну и, как я вам обещала, теперь слушайте внимание владельцы пунктов выдачи. Сегодня я вам ничего не расскажу. Я только вам скажу, что 11 сентября в 14:00, пожалуйста, приглашаю вас на вебинар, где вы подробно узнаете о программе. Ну и все, что хочу вам пожелать, успешных нам продаж при запуске новой линейки Axiology. При этом, конечно же, вы можете еще продолжать задавать сейчас вопросы, вопросы, связанные и с акцией, вопросы, связанные и с самой продукцией. Пожалуйста, мы готовы эти вопросы принять.
Ольгу. Чем отличается новая линия Axiology от предыдущей линии Airstream? Дело в том, что в линии Airstream было у нас три активных компонента действующих. Это наш известный Aquaftem, перфторуглеродная эмульсия, которая доставляет кислород из воздуха. Это универсальный компонент аргинин, который способствует выделению оксида азота и расширяет сосуды, и тем самым усиливает кровообращение. И микрокапсулы с тумерином, которые являются антиоксидантной защитой. А теперь, кроме этих трех активных компонентов, в линию добавился четвертый компонент, о котором мы с вами говорили. Это наши кислородные дроны. Что они нам дают? Мы доставили кислород в клетку, а дальше что? Что клетка с ним должна делать? Она использует кислород в процессе образования энергии. И, наконец-таки, мы закончили четвертый и последний этап. Мы научили клетку правильно, эффективно, максимально полезно использовать весь тот кислород, который мы к ней доставляли, для того, чтобы она получила максимальное количество энергии, которое ей нужно для всех процессов жизнедеятельности. Теперь вопрос. Да, этот вопрос больше адресован мне. Будут ли наборы со скидкой для пунктов выдачи? Да, эти наборы будут обязательно. Ждите в ближайшее время. Причем мы специально подготовили и оформили их в такой красивый набор, который будет у вас представлен на пункте выдачи, чтобы вы могли каждому своему консультанту обратить внимание именно на эту линейку. Я очень-очень подробно про набор расскажу вам 11 сентября. Следующий вопрос. В каких странах будет этот журнал в продаже? Это здорово, что вас заинтересовал журнал, потому что, поверьте, я его читала действительно с удовольствием, не отрываясь. И сейчас точно я вам на этот вопрос не отвечу. Я думаю, что сейчас передам этот вопрос коллегам, и мы постараемся учесть ваши пожелания и постараемся обязательно в каждую страну предоставить этот журнал. Больше вопросов нет. Я хочу сказать, что есть еще вопросы, отлично поступают, а то мы очень сильно удивились. Очень-очень быстро думаем, что вопросы уже заканчиваются, эфир заканчивается. Давайте подождем еще немного, несколько вопросов. Кстати, подробнее про новую серию. Я говорила только что, что в журнале Style, это новый номер, он уже скоро поступит в продаже, будет огромная статья посвящена этому. Мы точно так же обязательно сделаем информацию и на сайте в том числе. Причем все те условия, о которых я только что рассказывала об акции, буквально уже к вечеру эти все условия будут размещены на сайте. И, конечно, вы сможете очень подробно все прочитать и узнать. Да, значит, сертификат 10 тысяч, он на любую продукцию, не обязательно косметическую. Поэтому и на одежду тоже в том числе. Хороший вопрос. Знаете, вот обращаю ваше внимание, пока еще никто не догадался задать этот вопрос, у нас, как правило, всегда для VIP-консультантов за 3 дня есть возможность приобрести продукцию. Обращаю ваше внимание, что эти продукты не попадут в акцию, попадут только те продукты, купленные вами, начиная в первый день 14-го периода. Пожалуйста, обратите на это внимание обязательно. Еще есть вопросы? Есть еще вопросы, мне подсказывают, поэтому мы сейчас их получим. По кислородному бальзаму. Насколько расширено его использование? Его использование по показаниям, оно осталось прежним. Это бальзам, который способствует максимальной оксигенации ткани, максимальной оксигенации клеток кожи и способствует скорейшему ее заживлению и восстановлению при различных повреждениях. Поэтому показания для его использования остались теми же самыми. Но активные вещества, кроме предыдущих, добавлены еще кислородные дроны, а также увеличено количество Aquaftema, поэтому он стал еще более активным, еще более эффективным. Дальше вопрос адресован мне. Где можно будет купить журнал Style? Я хочу вам сказать, что мы подробно очень об этом в новости сегодня напишем, раз возникает такой вопрос, укажем обязательно его артикул, поэтому не переживайте. Всем ли хватит наборов для владельцев пунктов выдачи? В последний раз не хватило. Да, я знаю, я надеюсь, что нам хватит. Под запуск новой линейки мы подготовили для всех. Далее. Следующий вопрос. Будут ли добавляться дроны в серию «Эксперт»?
Ну, это наша маленькая тайна. На сегодняшний день я вам не могу ответить на этот вопрос, к сожалению. Все еще находится в стадии разработок. Угу. Ну и все, здесь уже Елена Пшеничникова пишет, что отлично, ждем наборы для пунктов выдачи. Есть ли у нас еще вопросы? Опросов у нас больше нет. Я хочу всем сказать огромное спасибо за то, что вы сегодня все подключились. Это значит, говорит о том, что вам интересен наш новый продукт. И поверьте, продажи этого продукта нас ожидают очень-очень большие. Я в этом уверена больше, чем. Поэтому желаю нам успешных продаж и до новых встреч!